По состоянию на 16 июля, с начала купального сезона в Свердловской области, на водных объектах погибло 25 жителей Среднего Урала. 6 из них – дети. Печальная статистика говорит о том, что люди воспринимают отдых на пляжах вблизи рек и озер как развлечение, забывая, что вода – источник повышенной опасности. Чтобы избежать неприятностей и не омрачить летние дни, нужно помнить ряд простых общеизвестных правил. Самое главное такое требование – не нырять, не совершать каких-то необдуманных поступков на воде, не устраивать различные игры с задергиванием на глубину, с подныриванием, следить за детьми, особенно за теми, кто не умеет плавать. Взрослому населению не купаться в нетрезвом состоянии. Очень много случаев гибели людей, находящихся в нетрезвом состоянии. Но самое главное правило – проводить время у воды только в оборудованных для этого местах. Сотрудники МЧС признали безопасными для времяпрепровождения только 5 пляжей региона. 4 из них частные, расположены при санаториях и базах отдыха, а 5-й – городской пляж Новоуральска. Уже не первый год здесь создаются условия для комфортного и спокойного отдыха. Мы в числе первых были допущены. Инспекция в конце мая, наш городской пляж и пирс, на котором мы с вами находимся, были приняты и допущены к использованию в период летнего отдыха. На пляже имеется спасательная техника, на которой спасатели совершают патрулирование не менее 4 раз акватории пляжа. На пляже находится медицинский персонал, который может оказать помощь. На пляже имеются места общественного пользования, места для переодевания. Пляж оборудован электронным табло, которые указывают необходимые показатели параметров воздуха, воды. Особое внимание здесь уделяется работе спасателей. Это профессионалы своего дела, которые круглый год помогают сохранить жизни тех, кто оказался в опасной ситуации на акватории Верхневинского пруда. А в случае, если вы решили отдыхать на территории пляжа около бывшего санатория «Зеленый мыс», то здесь, к сожалению, не все так гладко. Эта территория является частной, и обеспечивать чистоту и безопасность здесь должны хозяева. Но так как сегодня арендаторы пляжа проходят процедуру банкротства, условий для приятного отдыха здесь нет. Поэтому купаться в этом месте запрещено. Городские власти организовывают патрулирование спасателями этой территории, а дорожно-коммунальная служба следит за вывозом мусора. И на сегодняшний день это все, что возможно сделать. Уважаемые горожане, хочется обратить ваше внимание на то, что водоем Верхневинский пруд, на котором в основном отдыхают жители нашего города, это место повышенной опасности. Поэтому рекомендуем вам отдыхать на оборудованных местах и соблюдать безопасность поведения на воде. Напоминаем, что при любой опасной ситуации необходимо звонить в единую службу спасения по телефону 112. Не забывайте, что безопасность превыше всего. Отдых отдыхом, но жизнь дороже. Виктор Малышев, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская вещательная компания.